Гладиаторов. Извини, что ты знаешь об этом месте? Сам не видишь? Это арена для римских побоищ. По мне, полная дикость. Но люди смотрят, чтобы на время забыть о своих бедах. Раньше это был храм. Напрасно они с ним так. Виридовикс. Верный слуга смерти. Его коса срежет недостойных. Эй, Нэп, расскажи мне о гладиаторах. О, это не люди, а боги. Сколько ярости в этих войнах. Они разрубят любого одним ударом. А там есть рыжие? Милостивые боги, ты разве не слышал о братьях из Галлии? Ты не чувствуешь их взгляд? Их статуи позади меня. Диавикс. Живое воплощение битвы. Его кулаки смертоноснее меча. Тут хозяин. Да, я хозяин. Феликс Марцал. А ты кто? Очередной твердолобый бездельник, ищущий славы? Я хочу попасть на арену. Говорят, там есть достойный воин. Рыжий. А, ты про гальских братьев. Это правда. Так что давай не будем тратить время, приятель. Ты не справишься. Пошел прочь, дай место настоящим бойцам. Нэп, но он носит знак Меджая. Кого? А, да мне плевать. Ты воин? Вроде похож на свирепого грязного пса. Нет, нет. У меня уже есть боец из Египта. Охотница из силы, и ты ей не ровня. Она часто бывает у обелиска на востоке. Ищи ее там, если хочешь взбучки. Только так можно попасть на арену. Дерись на улицах, и гладиатор тебя заметит. Отлично. Итак, в смерти Шадии виноваты гальские братья. Но зачем им работать на крокодила? Мне нужно разузнать больше. Хозяин арены упомянул гладиатора из силы. Проклятие! Архонт ранен! Хозяин арены упомянул гладиатора из Сивы на востоке у обелиска. Вдруг я ее знаю. Сива небольшая. Надо проверить. Ну да, да, надо. Давай проверим. Постой! Сиванка, да. Это же... Бах. А кто это? Девушка. Байек? Байек. Мой друг! Мой брат! О! Как же я рада тебя видеть! Что ты делаешь в Фаюме? Я слышал, здесь можно. Да, а я как рад. Но? Никак не ожидал увидеть тут тебя, Кенса. Кенса. Ну что сказать? Я услышала зов арены! Конечно. Представляешь? Теперь я гладиатор. Теперь они соперники, скорее всего. Или нет? Идем! Как выпьем. Это все будет устроено. Сейчас посмотрим, поговорим. Потому что интересно. Интересно увидеть сюжетную линию. Говорю тебе, Байек, моя мечта почти сбылась. Если бы мне только дали шанс, я бы стала чемпионом. Куча денег, роскошь, слава. Это ж мечта любой женщины, а? Поэтому я в Фаюме. Начать новую жизнь, похоронить старую. Но меня не пустили на арену. Хо-хо! Так ты наконец-то отказался от идеи навести порядок в мире, друг. Мудрое решение. Феликс не очень любит чужаков, но ничего. Поручусь за тебя и будем сражаться плечом к плечу. Сперва выпьем, а утром пойдем на арену, и я представлю тебя Феликсу.
Я так рада, что ты здесь, друг. Он будет биться. Он будет вместе со мной, но не против, я так понял. Но раз уж так вышло, что иберийцы вчера разорвали львы. Есть место. А если Кенса поручилась? Я думал, они будут против друг друга, а они, оказывается. Например, воины Сивы. Мне кажется, стражи Сивы подходит больше. Достаточно звучно для тебя. Я слыхал их хуже. Пойдем. Пойдем. Куда пойдем? Так. Ты чувствуешь этот запах? Кровь, пот и дерьмо. Если боишься обгадить свои доспехи, лучше сделай это здесь. Ни фараоны, ни боги не защитят тебя на песке арены Меджай. Здесь ты, скорее всего, и умрешь. Красиво истечешь кровью под рев толпы. Но если ты вдруг выживешь, получишь в награду славу и почет. И еще один шанс умереть. Такова не слишком долгая, но яркая жизнь гладиатора. Итак, кто тут у нас? А, это Калистас. Калистас. Калистас, бывший солдат Птолемея. Он утверждает, что умеет сражаться. Так. Гор. Когда-то он был лучшим, но время никого не щадит. Увы, на арене он бесполезен. Теперь он тренирует новичков. Доспехи армии Птолемея? Собственные доспехи есть далеко не у всех. Их в любом случае сломают. А легион даже не заметит потери. И бои смотрятся эффектнее. Кстати, об эффектности. На арене твое оружие выбираю я. Исключений не будет. Кенсу ты знаешь. Именно благодаря ее рекомендации ты здесь. Баек, Крокодилополис приветствует нового чемпиона. Крокодилополис. Или еще одного неудачника. Взглянем на него в бою. И раз ты его рекомендовала, конечно, Крокодилополис. Что скажешь? Скрестим клинки, Меджай? Покажи, чему научилась. Окей. Будет больно, обещаю. А что, должна сражаться, что ли, с ней? Сейчас все. Ну, с таким уровнем бесполезно, но можно попробовать. Лука нету, да? Я ничего не сделаю. Неплохо, старик! Старик, ну-ну. Тебе не хватает. Я побежала! Но для пустынного бродяги у тебя хороший удар. Ладно, Кенса, сражайтесь вместе. Скоро начинаем. Готовьтесь. И этих слабаков Феликс хочет натравить на нас. Съедим и не подавимся, брат. Дружок, я отрежу твои яйца и скормлю тебе. Это наше главное препятствие. Гальские братья. Я знаю, кто они. Они и есть цель. Та самая, так, ну что ж. Что с тобой, мой друг? Ты отвлекаешься? Не волнуйся, после первого же боя все пройдет. Окей. Ничего. Окей. Но ты не рассказала, как попала сюда. О, что ж, слушай. Угу. Меня взяли в рабство. А тот случай, если она не выживет, скорее всего, вот это рассказывает. Септимий, мерзкое чудище, и его разбойники имели на меня виды. Но мне удалось украсть меч и сбежать от них. Так я и попала сюда, а Феликс меня всему обучил. Но довольно о прошлом, а?
Ты хоть знаешь, как я рада, что могу... Конечно же, он знает все. Поэтому... Скоро толпа будет обожать тебя. Пошли. Почти так же сильно, как меня. Веселая девица. Да, да. Разрубим солнце нашими мечами. Ха-ха! А ты прям вояка! Скажи Феликсу, когда будешь готов к первому бою. Чем раньше начнем, тем скорее станем героями. Мы готовы. Правда? Каждый так думает до тех пор, пока двух воинов ждет неравный бой. Толпа жаждет такого зрелища. Так что порадуйте ее и меня. Не меняю тебя и себя. Пошли. А, стоп, это кто такой? Ты Гор, ведь так? Феликс сказал, ты наставник. Я не хотел, просто братья расшибли мне голову. Меня бы убили, но Феликс им запретил. Расскажешь о них? С ними лучше не драться. Они сильные, быстрые, любят убивать. Для них это забава, игра. Так, все, пошли. За кого толпа? За них или за нас? Да им все равно. Здесь нет невинных. Сразу пускай в ход меч, брат. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Быстро же. Славное начало. Ты только посмотри на их лица. Они обожают меня. Мужчины, женщины. У меня есть все, о чем я мечтал. Продолжай биться так же храбро, и мы найдем богатого покровителя. И что тогда? Перед нами откроется куча новых возможностей. Лучшие из нас получают особые задания. И столько денег, что тебе и не снилось. Ну тогда хорошо бы нас... Победу одерживают великие стражи силы. Новые любимцы гостей арены. Скоро узнаем, смогут ли они развить свой успех. Как же удачно я решил поставить вас биться в паре. Толпа вас любит. Я же говорила, что нас ждет слава, Феликс. Слава? Что ты, не смеши меня. До славы еще далеко. В первый раз вам повезло, и что с того? Вы победили пару сопливых новичков, но до гальских братьев вам далеко. Хотя надеюсь, что вы с ними встретитесь. Надоело ваше вечное нытье. Как нам сразиться с ними? О боги, и ты туда же! Лучше думай о следующем бое. А за наглость будете сражаться со львами. Их уже давно не кормили. Сожрут любого. Так что готовьтесь. Если верить Кенсе, любой из них может работать на крокодила. Может, здесь я узнаю, чем занимаются гальские братья. Или даже имя их покровителя. Найма гладиаторов. Подписи нет. Повезло же нам, мой друг. Я столько ждала и, наконец, сражусь с гальскими братьями. Спасибо тебе. А, лучшего и не пожелаешь. А что это за контракты, о которых ты говорила? О, благородный байк готов испачкать руки? Времена изменились, Сэнни. Что, трудно все время быть меджаем, да? Спроси об этом Феликса, только потише. Лучший способ найти крокодила – убить гальских братьев. Впрочем, я бы и без того с радостью перерезал им глотки. Феликс, я слышал, некоторым гладиаторам дают подработать. Это слухи. А даже если и правда, то такое задание еще нужно заслужить. Твое дело, глупый ты выскочка, сражаться, и все. Дерись на потеху толпе, другого не дано.
Именно так я и сделаю. Мы готовы. Наконец-то! Народ в Кирене ждет не дождется вас двоих. Если постараетесь, хорошо заработаем. Так, ну что ж, продолжаем бой. Пошли. Вы часто бьетесь со львами? Когда удается достать. Они стоят дороже, чем люди. Тех хоть пруд пруди. Мало чести в убийстве. Мечаю, рабы не справятся с убивай любым противником. Убивай или сожрут. К тому они же зверь в клетке. Это звери. Не страшно. Главное не выпасть. Тебе конец. На куски порву. Я думал, львы в клетках. На арене нет никаких правил. Мы закончим быстро. Так, всех не всех. Надо ж льва заставили драться. Стражи Сивы снова одерживают потрясающую победу! Отлично. Готовы ли они к гальским братьям? Или нет? Финальный бой. Сейчас. Посмотрим на братьев, на сестер. Где Кенса? Сегодня ее навыки понадобились другим. Придется тебе выступать в одиночку. Не робей. Новое тайное поручение? Ты стал задавать слишком много вопросов. Да. Работа опасная. Всякое случается. Я просто ты совсем не то, себя. Что ты хотел нам показать, так но удачу. Будешь выступать оказался удачливым. Победи, и тебя заметят. На редкость. Что с Кенсой? О, Анубис. Нужно выиграть. Остался он один. Так, давай, друзья. Я выпотрошу тебя. Красиво добил. Меджай готов одолеть врага в одиночку. Какой храбрый воин. Это совсем не сложные противники. Тебе слово, Крокодилополис. Увидим ли мы сегодня нового чемпиона? Лишатся ли гальские братья своего титула? Галы, что ли? Сопротивляются еще. Извини, что оставила, но вроде ты справился. Поручение Феликса? Так задумано, видимо. Для кого? Я расскажу, когда придет время. Знай одно, очень скоро мы с тобой будем богаты. Баек. Баек. Готовься.
Это то, чего мы так ждали. Наш с тобой шанс получить титул чемпионов. Феликс ждет! Бои всегда интересны, когда... Так, ну что, Феликс? Ну что, деревенщины, вы готовы проявить себя? Время пришло. Зрители давно ждут достойных соперников для Виридовикса и Диавикса. Диавикса, так что вы должны показать Виридовикса. И еще. Никаких убийств. Я не желаю терять своих лучших воинов. Братья тоже знают эти правила. Ладно, пусть себе живут. Мы над ними просто поиздеваемся вдоволь. Интересно, убивать нельзя. Это наш час. Нам воздвиг... Пафосные речи. Претенденты на титул чемпиона. Стражи Сивы. Непревзойденные Стражи Сивы. Ну, давайте. Непобедимые. Чувствую. Несравнимые. Да, гальские братья. Вот зверьё. Чё же. Ну давай, сейчас я вас буду. Это с косой. Виридовикс. Коса поможет тебе, конечно. Крокодил! Гальские братья повержены! Ты убил девочку Шадью! За это ты умрешь! Около маяка! Это не мы, клянусь! Да, мы совершили немало ужасного. Но поверь, ребенка мы не убивали. Славьте новых чемпионов! Мы были стражей из Сивы! Солдаты схватили девочку и отдали Беренике, да, крокодилу! Это она утопила девочку, отобрала книгу, приказала привязать ей камень к ногам и столкнула в воду. Что мы могли сделать? Поэтому ты на самом деле пришел ко мне. Найти этого заказчика. Крокодила! Байк, почему ты не рассказал мне все? Я бы помогла. Ты наемница, как и они. Я не мог рисковать. Что ждет гальских братьев? Нет. Долгая жизнь? Байк. Или смерть? Ты знаешь меня лучше. Смерть. Байк, зачем ты так? Все подписываемся на канал, ставим лайк.